Ну, скинув шубку, конечно, всегда хочется еще и покрасоваться дальше своим королевским видом. И я выбираю для себя сегодня вечернее рандеву. Платье, которое просто меня обескуражило своей красотой. Сколько здесь материалов компаньонов, сколько тканей. Такая эффектная ручная работа, как будто бы сегодня я на себя ощущаю. И все это по эксклюзивной цене 2999 рублей. Платье, в котором не просто чувствуешь себя королевой, а в котором чувствуешь еще себя и раскованно, и свободно, и не нужно даже вот животик подтягивать, все скрыто и завуалировано. Ну, Леночка, не да. Ты одна сегодня выбрала для себя потрясающий наряд, вечернее рандеву. Как я и обещала, сегодня гостем нашей программы является представитель бренда «La Riche». Это Ольга Шураева. Олечка, я рада приветствовать вас в нашей студии. Вы очаровательна. И я вижу, что и вы сегодня выбрали для себя в качестве новогоднего платья ваше любимое платье «Вечернее рандеву». Здравствуйте, здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, наши дорогие телезрительницы. Оля, я хотела спросить у вас сразу. Все-таки сегодня очень большая конкуренция на модном рынке. Удержаться и быть одними из самых первых очень сложно. Я знаю, что ваша компания начинала свое существование как бренд по изготовлению головных уборов. И я знаю многих москвичей, которые стояли в очередь за вашими головными уборами. Сегодня вы узнаваемый бренд не только среди москвичек, кто желает красиво и эксклюзивно одеться. Знает вся страна. Скажите, пожалуйста, главный вопрос. За 20 лет вашей работы, плодотворного сотрудничества со многими компаниями за границей, я знаю, что эти ткани вы оттуда привозите, что нового, внедрение каких, может быть, супер, я не знаю, машин, чем бренд La Riche сегодня отличается от других? Что за 20 лет произошло? Вы знаете, за 20 лет многое изменилось вокруг нас, и мы очень сильно изменились. Изменились технологии изготовления тканей. И, естественно, нам хочется шагать в ногу со временем, нам хочется участвовать в модных показах. И для этого мы, конечно, выискиваем какие-то жемчужинки на рынке текстильной. Ну, вам это удается, правда? Да, 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 да. Вы очень замечательно подметили, я в это платье влюблена была, еще на стадии идеи, я бы сказала, и с той любовью, как наши дизайнеры подбирали вот это вот эти вот ткани компаньоны, я просто решила, что я обязательно в этом сезоне, в новогоднем, должна быть именно в этом платье, потому что я буду уникальной. Я хочу сказать, что вы выглядите как модель. Вот как удается бренду La Riche не просто сделать женщину красивой, а сделать ее еще краше. Я говорю сейчас о лекалах. Я знаю, что... присаживайтесь, Оленька. Я знаю, что вообще для любого бренда, когда он начинает свою работу, самое сложное – это лекало. Сделать лекало, чтобы оно идеально подстроилось под параметры наших российских женщин. Правда, это сложно? У вас команда сильная ведь? Да, у нас очень сложная профессиональная команда, которая постоянно совершенствует свое мастерство. У нас очень сильные дизайнеры. У нас, кстати говоря, очень сильное свое собственное конструкторское бюро. И поэтому мы, конечно, гарантируем, что наши модели идеально сядут на фигуры наших российских женщин. Слушайте, ну, глядя на вас, никаких сомнений в этом даже нет. Сейчас мы посмотрим на материалы, я расскажу о новых технологиях, которые внедряет бренд La Riche сегодня в создание своей коллекции. А на подиум готовится выйти наши модницы. Олечка, вы тоже оставайтесь с нашими женщинами, потому что мы все хотим видеть. Разные модницы выбирают сегодня бренд La Riche не случайно. Платье «Вечернее рандеву». Я уверена, это эксклюзивное платье покорит не только наших ведущих телеканала «Shop & Show», не только создателей бренда La Riche, но и каждую, кто неравнодушен к королевскому бархату. И все это по эксклюзивной цене специально для вас 2999 рублей. Красота невероятная. Вот знаешь, такие пикантные вот такие детали, которые просто привораживают каждого, кто смотрит на такую женщину. Вы знаете, мимо такой женщины не пройти. Мне нравится, как это платье садится на любую фигуру. Размерная линейка от 50 до 60. Оль, мне кажется, вы носите размер 48. 48-50, где-то так, да?
У вас такие пропорции, вот часто встречающиеся у наших женщин. Это тип фигуры песочные часы, тип фигуры груша. Мне так нравится посадка этого платья, что хочется поскорее раскрыть секреты ткани. Потому что я знаю, что ваши конструкторы, прежде чем создавать наряды, именно обращают внимание на эластичные текстуры платьев. Давайте посмотрим, чем наше платье вечернее рандеву отличается от других королевских нарядов. Ну, королевский наряд — это действительно, да еще какой комфортный. Вы посмотрите, ткань эластичная со всех сторон. Ткань действительно тянется, особенно хорошо по диагонали. Учитывая это, дизайнеры предлагают выбрать за основу наряда именно вставку сетчатого трикотажного полотна, а внутри у нас с вами прозрачный. Посмотрите, какая красота! Первый слой прозрачный, а второй слой с люрексом. То, что вы видите сейчас, это бархатная аппликация. Это готовые ткани, которые бренд Ларичи закупает на международных выставках. Франция, Италия. И мне очень нравится, что это не клей. Ни одной капли клея не принимала участие в создании этого наряда. Все это идеально прошито. Ну и сегодня действительно это идеальное платье сделает вас идеальной красавицы. Выбирайте королевские наряды и самые последние новейшие технологии разработки от нашего любимого бренда Ларичи. 20 лет! 20 лет любви, 20 лет заботы именно о нас с вами. Дозвонитесь прямо сейчас. Ну, а тем временем я еще вам хочу кое-что показать, мои дорогие. Вот это да! Смотрите, внутренняя ткань, которую мы видели сейчас здесь, вот она, сетка, посмотрите, она поднимается, а внутри у нас с вами подкладка. Складочная ткань, вискозная, с люрексом. Это невероятно. Здесь задействовано куда больше материала, чем мы могли с вами представить. То, что мы видим с вами, рассказывала Ольга о тканях-компаньонах. Вы видели это? Это значит, что задняя планка нашего платья безупречно подстроится без выточек на ваши формы. Это упругое, эластичное полотно. Я попрошу наших моделей, Танечка Бабурова, развернись, пожалуйста, спинкой, дорогая. Идеальная вот она, посадка. Эта посадка, талия видна. Даже независимо от ваших пропорций, глубина проймы, ширина рукава. Вот об этом Оля говорила, когда сказала о том, что конструкторы разрабатывают свои модели без. Ну, а знаешь, Свет, как мне сегодня приятно. Ты знаешь прекрасно мои секреты фигуры. Я всегда беспокоюсь по поводу животика и боков, которые у меня гусеничкой очень часто выделяются, если ткань меня обтягивает. Но сегодня платье вечернее рандеву делает меня абсолютно идеальной и при этом дарит комфорт. Леночка, ты хороша. Напомню, спасибо. Женщины, у кого есть секреты фигуры, возьмите платье вечернее рандеву на размер больше. Советую вам обратить внимание на этот наряд. Те, у кого широкие бедра, берут платье по объему бедер. Те, у кого богатый верх, берут платье по объему верха. Ориентируйтесь на самый больший размер. Лучше взять платье посвободнее. Ох, самое главное — поторопиться. Платье вечернее рандеву – это эксклюзивная коллекция от бренда Ларичи сегодня. Каждая из вас может украсить себя и почувствовать эксклюзивный. Размеры до 60-го, но 48-й размер. Присоединяйтесь. Я не могу отказаться сегодня от вечернего рандеву. А вы?